Приветствуем вас, друзья, на канале Crypto Commons и в сегодняшнем выпуске Блог Крипто. Огромный скачок цены биткоина в течение одного дня связывают с притоком токенов USDC на миллиарды долларов. Судебный иск инвесторов FTX направлен на венчурных гигантов Sequoia и Paradigm. Банк Silvergate получил судебный иск по причине поддержки и подстрекательства в адрес мошеннических действий FTX и Сэма Бэнкмана Фрида. Комиссия по ценным бумагам и биржам предлагает новое правило, согласно которому криптокомпании, работающие как квалифицированные хранители денежных средств, будут подвергаться детальной проверке. Что несет для криптомира новый экономический советник, выбранный Джо Байденом? Южная Корея обращает пристальное внимание на рынок стейкинга после случая с биржей Кракен. Эмитент стейблкоина USDC компания Circle опровергает слухи о начале правоприменительных действий со стороны SEC в адрес компании. CEO Binance Champion Zhao не считает, что за действиями против стейблкоина BUSD стоит эмитент стейблкоина USDC компания Circle. Объем находящихся в обращении монет эфир после апгрейда Merch сократился на 37%. В блокчейне Cardano успешно завершился апгрейд SECP. И в завершении выпуска аналитика рынка от Кевина Свенсона. Первое в истории биткоина пересечение смерти и почему это не катастрофа. Оставайтесь с нами. Цена биткоина значительно подскочила в течение одного дня. Для многих это стало сюрпризом, тем более, что февраль обычно является очень медвежьим месяцем. Цена первой криптовалюты поднялась на более чем 1820 долларов в течение одного дня, сделав его самым зеленым за последние 6 месяцев. И хотя для такого ценового движения имеется множество причин, ончейн данные говорят, что таинственный фонд начал значительную закачку денег в рынок. Согласно данным LookOnChain, около 1,6 миллиарда долларов институциональных средств поступило в рынок за последние 6 дней. Большинство из них являются стейблкоинами, особенно стейблкоин USDC, выпущенный компанией Circle. Владелец средств сначала вывел их со счетов компании Circle, после чего отправил на различные биржи. Всплеск цены первой криптовалюты образовался буквально спустя несколько дней после произошедшего первого в истории Креста смерти на недельном таймфрейме. Но, несмотря на медвежью природу этого сигнала, последовавшие за ним краткосрочные прибыли оказались выше средних значений. К этой теме мы более подробно вернемся в конце выпуска вместе с аналитиком Кевином Свенсоном. Подсудебный иск инвесторов FTX попали венчурные гиганты Sequoia и Paradigm. Их обвиняют в искажении фактов, ложной рекламе и гражданском сговоре. Sequoia Capital Paradigm и Tahoma Bravo были обвинены в том, что рекламировали легитимность FTX. Массовую критику венчурные гиганты получили за то, что в 2021-м инвестировали огромные суммы в FTX во время огромного роста ее капитализации. Перед крахом в прошлом году ее общая капитализация составляла более 32 миллиардов долларов. Sequoia Capital в том числе обвинили и за то, что она продолжала поддерживать Сэма Бэнкмана Фрида, даже несмотря на его небрежное поведение на встречах с инвесторами. Как утверждается, на таких собраниях Сэм сидел и играл в игры. Сразу после краха FTX, Sequoia Capital приняла решение списать все суммы инвестиций, сделанные в FTX в размере 214 миллионов долларов. В своем сообщении инвесторам Sequoia сообщила следующее. Наш бизнес сводится к принятию рисков. Некоторые инвестиции оправдываются большим ростом, а некоторые приводят к падению. И несмотря на это, венчурный гигант сообщил, что проводил глубокую юридическую экспертизу компании FTX перед тем, как в нее инвестировать. Судебный иск был подан к банку Silvergate, согласно которому он поддерживал и подстрекал Мошеннические действия Сэма Бэнкмана Фрида и его компании FTX. Данный иск стал самым последним в серии исков, предъявленных банку из-за его связи с FTX и Сэмом Бэнкманом Фридом за последние два месяца. Банк и его генеральный директор Алан Лейн были обвинены в пособничестве и подстрекательстве к многомиллиардной мошеннической схеме, которую управлял Сэм Бэнкман Фрид и его две компании FTX и Alameda Research. Данный коллективный судебный иск был подан в Районном суде США Северной Каролины штат Калифорния. Группы юристов, представляющих интересы пользователя, чьи активы в размере 20 тысяч долларов были заморожены во время краха FTX в прошлом году. Истец Сахам Батия утверждает, что Silvergate Bank, его материнская компания Silvergate Capital Corporation и генеральный директор Алан Лейн были в курсе того, что Alameda Research использовала деньги клиентов FTX и обвиняет их в сокрытии истинной сущности FTX. 14 декабря истец Джови Гонзалес подал аналогичный коллективный иск в Окружной суд Южной Калифорнии, а 10 января был подан коллективный иск против Silvergate Capital Corporation в Окружной суд Южной Калифорнии с тем, что платформа Silvergate не смогла определить в случае отмывания денег на общую сумму более 425 миллионов долларов. Комиссия по ценным бумагам и биржам начинает углубленную проверку компаний, осуществляющих деятельность как квалифицированные хранители. Если новое правило, продвигаемое SEC, будет принято, то институционалы США, хранящие деньги клиентов, будут вынуждены передавать их квалифицированным хранителям. При этом компании, которые получат статус квалифицированного хранителя, будут подвергаться детальной проверке. Согласно имеющейся информации, СЕК планирует подготовить черновик документа, согласно которому для хранения средств пользователей криптокомпании должны будут получить Статус квалифицированного хранителя. В последнее время регулятор Гэри Гэнслера усиливает свои атаки на криптоиндустрию, в том числе этому способствовало и значительное количество компаний, потерпевших крах в прошлом году, а вместе с этим и средств пользователей. Новым главным экономическим советником, по всей видимости, будет Лайл Брейнард. По имеющимся слухам, такой выбор, скорее всего, сделает Джо Байден в ближайшее время. А Лайл Брейнард известна своей позицией против крипто. По мнению представителя демократов, применение криптовалют в банковской сфере может нанести большой вред в финансовой сфере. Она также считает, что возможный крах криптоиндустрии может сильно пошатнуть финансовый сектор. Брейнерт также неоднократно заявляла, что применение технологий распределенных финансов DeFi могут служить катализатором для незаконных активностей. Но одновременно будущий экономический советник Джо Байдена активно продвигает идею CBDC, то есть цифрового доллара Центробанка. Лаэль сообщила, что Центробанк работает над созданием цифровой валюты уже более трех лет. До перевода своей должности в Белый дом Лайль Бреннард работала в ФРС, которая, к слову, начала кампанию по борьбе с инфляцией. Председатель ФРС Джером Пауэлл недавно сообщил, что инфляция должна будет сократиться по крайней мере на 2% перед тем, как ФРС перестанет поднимать ставку. Он также прогнозирует, что данные цели не будут достигнуты до конца этого года. Южная Корея всерьез занялась рынком криптостейкинга, после образовавшегося кейса с Кракен. В настоящий момент деталей по срокам и методам изучения пока нет, но при этом известно, что подход будет довольно сдержанный до тех пор, пока ничего серьезного в стране не произошло. Согласно сообщениям от 15 февраля финансовых властей Кореи, они начали детально изучать данную сферу. При этом анонимный источник сообщил журналистам следующее. Страхи криптосообщества о возможных отголосках после недавнего дела СЕК против Кракена постепенно начинают материализовываться. Следуя за нашими коллегами из США, регуляторы Южной Кореи намерены начать изучение операторов криптостейкинга, находящихся внутри страны. Дополнительно никаких подробностей не указывается. В настоящий момент понятие криптостейкинг в Южной Корее не определено. Напомним, что данная тема активно стала обсуждаться после появления информации о том, что криптобиржа Kraken согласилась урегулировать претензию от SEC и выплатить штраф в размере 30 миллионов долларов. Данные действия SEC вызвали возмущение не только у участников криптосообщества, но даже и у действующих комиссаров финансового регулятора. Эмитент стейблкоина USDC компания Circle опровергает слухи и SNS о том, что в адрес нее начаты правоприменительные действия. По имеющимся слухам, Circle стала самой последней жертвой в войне SEC против крипта. Следом после победы в деле против Кракена, а также последующими действиями, направленными против, против эмитента BUSD компании Paxos, появились слухи о том, что Circle будет следующей. В крипто-твиттере появилась масса информации о том, что Circle получила уведомление Уэллс отправленное SEC. Уведомление Wells или Wells Notice является уведомлением об угрозе начала юридического преследования со стороны SEC. Компании, получившие такое уведомление, отводятся 30 дней на сбор и подготовку обоснованного ответа, а в случае с Circle – обоснование, что стейблкоин не является ценной бумагой, что очевидно. Однако, директор по стратегическому развитию и руководитель отдела глобальной политики в Circle Pay Данта Диспорт опроверг такие слухи 15 февраля. В своем твиттере он написал, что «мы не получали Wells Notice». На его твит ответил журналист Fox News, изначально запустившая слух. Журналистка извинилась, но СНС уже было не остановить. Напомним, что в последнее время SEC объявила своими целями стейкинг и стейблкоины, называя их ценными бумагами. И если по стейкингу вопросы могут быть, то со вторым утверждением все понятно как ясный день, по сути означающий злоупотребление регулятором правоприменительной практики. В последнюю неделю криптоиндустрия подверглась значительному давлению, последовавшему за Well Notice компании Paxos. В связи с выпуском своего стейблкоина BUSD. Токены в эквиваленте миллионов долларов были предъявлены эмитенту и сконвертированы в другие стейблкоины. В результате этого капитализация стейблкоина BUSD сократилась на более чем 900 миллионов долларов только лишь за последние два дня. CEO и основатель Binance Championzhao не считает, что за атакой на BUSD стоит Circle. Говоря о ужесточении законодательства в сфере крипто, генеральный директор Binance заметил, что это нормальная практика для правительств при разработке законодательств в сфере новых изобретений. CZ также упомянул и последние события, которые развернулись вокруг стейблкоина BUSD. Согласно последним данным, имитент стейблкоина USDC компании Circle сообщила Департаменту финансовых услуг Нью-Йорка о том, что обеспечение токена BUSD резервами не соответствует в полной мере. CEO Binance сказал, что не может в это поверить, потому что такие действия навредили бы самой компании Circle. Объем эфира, находящийся на балансе бирж, сократился после апгрейда мерч на 37%. За неделю до очередного апгрейда под названием «Шанхай» Сокращение монет на балансах бирж является бычьим сигналом. У эфира, второй по капитализации криптовалюте, наблюдалось постоянное сокращение объема на балансах бирж за последние 6 месяцев. Согласно данным криптоаналитического агентства Sentiment, количество монет на балансах бирж по-прежнему продолжает сокращаться. Перед апгрейдом Мерч балансы бирж содержали 19,12 миллиона эфира, стоимость которых оценивалась в 31,3 миллиарда долларов. Сейчас количество монет сократилось до 13,36 миллиона эфира, стоимостью в 19,7 миллиарда. Основное количество монет было переведено на собственные кошельки, а оставшееся количество монет было отправлено в стейкинг, в связи с тем, что апгрейд Шанхай уже очень близко. В настоящий момент 16 миллионов эфира находится в стейкинге, что составляет примерно 14% от общего объема. Это примерно 25 миллиардов долларов ликвидности, которая станет доступна после апгрейда Шанхай. Помимо постоянного сокращения объема на балансах бирж, также постоянно сокращается и общее количество монет, находящихся в обращении, после того, как в сети эфира началась дефляция с момента апгрейда Лондон. Дефляционная модель эфира образовалась после внедрения процесса комиссионного сжигания, в рамках применения протокола улучшения EIP 1559. Всего было сожжено 2,9 миллиона монет после апгрейда Лондон в августе 2021 года, общая стоимость которых по текущим ценам составляет 4,5 миллиарда долларов. У Кардана успешно завершился апгрейд SECP. Долгожданное обновление разделило сообщество, оставив некоторые сомнения в результате этого апгрейда. Данный апгрейд SECP позволяет разработчикам распределенных приложений проще и безопаснее их создавать в виде кросс-чейн. Основатель Cardano и Input Output Global Чарльз Хоскинсон в своем твиттере написал, что апгрейд прошел незаметно, что и ожидалось. Важно заметить, что в твиттере большинство пользователей не высказывались негативно, при этом ошеломляющего успеха также заметно не было. Стоит отметить, что данное обновление все же является очень важным. На страницах с документацией в описании к данному апгрейду мы видим, что помимо нативного алгоритма шифрования эллиптических кривых ED-25519, являющихся в настоящее время самым быстрым и защищенным, а также входящих в семейство SafeCurves, был добавлен и SECP-256K1, открывающий доступ к двум форматам цифровых подписей эллиптических кривых ECDSA и подписям шнура. Все дело в том, что данные протоколы широко используются и в других блокчейнах, что позволяет Cardano использовать нативный подход в написании распределенных приложений и построению мостов между разными блокчейнами. Прямо внутри смарт-контракта Plutus. И в заключение аналитика рынка от Кевина Свенсона. Недавно образовавшееся пересечение смерти для биткоина на недельном таймфрейме необходимо рассматривать в купе с поведением S&P 500, который очень далек от образования аналогичного сигнала. Но что еще более важно, это значение RSI, особенно на недельном таймфрейме. Основной границей является отметка в 50, которая является одновременно и поддержкой, и сопротивлением для бычьих и медвежьих рынков. И сейчас мы как раз отскакиваем от этого значения, используя его в виде поддержки. Кевин смотрит на исторические значения аналогичного поведения и делает следующие выводы. Ситуация складывается в пользу быков. Давайте его послушаем. Каждый раз, когда мы не преодолеваем это значение, мы оказываемся в медвежьем тренде. Но когда удерживаем, образуется бычий тренд. Аналогично было в 2020, когда мы удержали этот уровень в 50. Образовался бычий тренд и крупное восхождение вверх. Если мы посмотрим на 2018, у нас были эти вершины. Эти вершины столкнулись с непреодолением уровня в 50 на недельном RSI. А теперь, друзья, мы делаем противоположное. Сейчас мы используем этот уровень как поддержку. И, конечно же, нам необходимо ее удержать. Нам необходимо закрыть недельную свечу, чтобы подтвердить, что это действительно поддержка. Но что мне нравится в этой ситуации для быков, так то, что биткоин очень далек от зоны перекупленности. Сейчас мы используем уровень 50 как поддержку, что исторически очень побычье, и технически у нас много места для движения вверх, перед тем, как мы будем перекуплены. И на сегодня у нас все. Пока мы готовили выпуск, биткоин показал невероятную прыть и устремился вверх. Это замечательный сигнал, потому что мы все порядком устали от этой затянувшейся медвежьей зимы. В общем, спасибо за то, что вы с нами, и надеемся, что выпуск информации в нем вам понравилась и была полезной. До встречи через несколько дней.